Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, на связи компания Priority Auto, меня зовут Максим, и вот позади меня наша стояночка. Данные автомобили практически все были вывезены буквально пару дней назад. Там стоит автомобили, которые были куплены с разницей примерно в 3-4 дня, какие-то остались предыдущего выпуска, а предыдущий выпуск мы снимали буквально пару дней назад. Ну давайте пройдемся, посмотрим, что сегодня покупает и что стоит у нас на стоянке. Начинаем, друзья, мы немножечко с другого места, так как там на стоянке места вообще абсолютно нет. Иногда ставим машины вот здесь. И вот также стоит у нас интересный аппаратец. Это у нас Алион, полторашка, первый рестайлинг. Что конкретно здесь по ценам? Во-первых, Алионы до сих пор завозят, как бы это странно ни звучало, и ценники на них не маленькие. В данном случае у нас пробег 37 тысяч километров, 15-й год. Комплектация 15G, и обошелся он ориентировочно в 1 400 000 рублей под ключ со всеми расходами до Владивостока. Да, 1,5 миллиона, можно сказать, за Алион недешево, но таковы сегодня реалии. Полторашка идет у нас на переднем приводе, ну и также немножечко вводных, они есть с моторами 1,8, 1,8 на полном приводе и 2 литра. 2 литра недоступно, 1,8 еще дороже. Примерно 1,6 миллиона, также за 15 год с мотором 1,8. Идем дальше. Так, ну а здесь у нас стоит Toyota Corolla. Пока мы не добрались до основной стояночки, хотелось бы рассказать про нее. Так, что мы здесь имеем? Это у нас универсал. Комплектация у нас GX, это на самом деле самая базовая. Версия Touring, потому что универсал. Как вы знаете, Corolla есть седаны, есть хэтчбеки. Хэтчбек, кстати, мы, друзья, разыгрываем. Обязательно участвуйте, заказывайте машинку и выигрывайте. Моторчик здесь у нас 1,8. Пробегу 68 тысяч километров, и вы не поверите, цена за машину 2019 года тоже 1,4 миллиона рублей, как предыдущего Алиона. В данном случае тоже у нас отличнейшее состояние, красивый белый цвет. И вот такие ценники под ключ сегодня на Corolla. Вообще, на самом деле, есть еще комплектации VXB, самые крутые, мотор 1,8. Там ценники уже, друзья, в районе 1,8 миллионов рублей. Поэтому думайте, смотрите, ценники примерно вот такие. Ну, идем дальше. Подходим мы к самой большой части нашей стоянки. Вот здесь у нас стоят красавцы. Давайте, наверное, начнем с самого красненького, который стоит здесь. Это у нас Toyota Tank, комплектация GT, значит, это у нас Turbo. Кастом, все как положено, очень красиво. Кстати, пока я начал про него рассказывать, их можно завозить с утиль-сбором, продавать на продажу. Утиль на самом деле не настолько огромный, разница между физлицом и юрлицом там примерно 150 тысяч рублей. Поэтому, друзья, кто хочет зарабатывать, привозить машинки с правым рулем, литровый, ваш выбор. В данном случае, что мы имеем? 19-й год, хорошее состояние, небольшой пробег и цена 1 270 000 рублей под ключ в Владивостоке. И сразу же добавлю, GT-хи идут только на переднем приводе. Если нужен полный, то это будет обычная атмосфера на 69 лошадей. Небольшой пробег это сколько? Если бы я еще знал. 35 тысяч километров. Небольшой пробег в целом. Аукционник не нашел, где-то лежит либо по салону, либо его уничтожили в Японии. Но, как правило, по статистике машинки есть, всегда можно проверить. И дальше, не отходи, Игорь, за мной, за мной. Дальше у нас стоит Mitsubishi Eclipse Cross. Тот самый, наверное, кроссовер, который очень интересен в сегодняшних реалиях. Почему? Потому что он у нас больше, чем Vezel, больше, чем CHR. Он ближе, наверное, к Subaru XV, даже чуть больше, чем Subaru XV. В чем его прикол? Полторашка мотор, турбо на 150 лошадей, едет достойно, есть передний полный привод, различные комплектации с круговым обзором. В данном случае это автомобиль, так понимаю, моей клиентки. Комплектация у нас достаточно хорошая. Джишка 4WD и пробегу, что самое главное, 19 тысяч километров. И выходит данный вариант под ключ до Владивостока ориентировочно 1,8 миллиона рублей. Могу сказать так, на момент ставки мы рассчитывали примерно в 1,9. А забрали на момент покупки 1 780 000. Поэтому, друзья, можно экономить, потому что это аукционы, делаем ставки, забираем дешевле. Это ли не шикарно? Дальше у нас стоят немножечко другие автомобили. Идем сюда. Honda Fit. Это те автомобили, которые массово заполонили Дальний Восток и, в принципе, всю Россию. Это у нас второе поколение, первое поколение отметаем, оно вообще не завозное. Какие у нас здесь есть варианты? Конкретно по данным автомобилям детально рассказывать не буду. Они всякие разные приходят. В данном случае что? Есть моторчик 1,3 и есть моторчик 1,5 литра. 1,3 заходит сегодня в 700 тысяч рублей. Вообще спокойно, за хороший вариант до рестайлинг. Полторашки уже за 800. И эта разница по факту только на пошлине, потому что она отличается примерно на 80 тысяч рублей. И чуть-чуть, совсем немножко отличается цена в самой Японии. Они примерно 150-200 тысяч йен стоят. Есть как РСки, но РСки у нас идут только с мотором 1,5. И в данном случае я могу с уверенностью сказать по салону, что это у нас именно полторашечка. За мной стоит уже 1,3.
Это третье уже у нас поколение. Моторчик 1.3. Что здесь по ценникам? Это у нас рестайлинг. И тут 100%, друзья, цена выше 1 миллиона. Даже за мотор 1.3 литра. И неважно, какой будет пробег. Потому что цена в Японии на них не очень маленькая. Я так предполагаю, что вон там у нас дальше стоит еще один Honda Fit. Уже с мотором 1.3 литра. Вообще, друзья, почему рекомендую брать... Слушай, я что-то не понял, Игорь. Меня обманули. Вот тот... Тоже. Короче, здесь у нас стоят два одинаковых абсолютно фита. По ценникам я сказал, есть 1.3, есть полторашка. В данном случае у нас 1.3, но комплектация хорошая, идет уже на климате. В целом они есть и в простых комплектациях, но вам, друзья, рекомендую рассматривать получше, потому что разница в цене в Японии, ну, будет 10 тысяч рублей. Вы представляете, у вас либо будет климат-контроль, либо будут крутилки. Всего лишь за 10 тысяч рублей. И дальше у нас также стоят Honda. Наверное, Honda одна из самых крупных марок, которые мы покупаем. Здесь у нас стоит Honda Freed в рестайлинге. Темно-синий, с оценкой 4,5 балла, с пробегом 28 тысяч километров, 21 год, и вышел данный вариант ориентировочно в 1 700 000 рублей. Не дешево, но пробег, состояние, комплектация, хотя комплектация на самом деле, ну, средненькая, но сама суть, что это Honda Freed Plus. У нас есть еще один Honda Freed, который уже от менеджера Даниила, и здесь у нас белый цвет, тоже 19 год, оценка тоже, по-моему, 3,5 балла. И в сама суть, то, что вот этот Honda Freed с таким же пробегом, 19-м годом, обошелся бы в 1 180 000 рублей. То есть такая же комплектация в целом. Но у нас здесь, конечно, немножечко похуже состояние. То есть где-то японец чуть машинку перекатал. Но сама суть, то есть в зависимости от вашего бюджета, можно подобрать абсолютно разные автомобили. В хорошем, в отличном, в новом или немножечко под заезженном состоянии. В любом случае, техническая составляющая, если вы берете машину из Японии, будет 100% лучше, чем автомобили, которые побегали по России. Давайте, наверное, не задерживаться, потому что за моей спиной еще стоят автомобили Honda, которые мы снимали в прошлом выпуске. Они вот-вот должны скоро пойти на отправку. У нас здесь есть не менее важный и интересный автомобиль, который почему-то очень мало спрашивают, но при этом он имеет место быть в принципе. Это Toyota Isis. Особенно в комплектации Платана. Вообще, в чем прикол Toyota Isis? Нужно их брать, нужно рассматривать, потому что есть преимущество над Honda Freed. Давайте о них поподробнее. Во-первых, у нас здесь моторчик 1.8. По размерам он не меньше, чем Honda Freed, а в некоторых моментах и смыслах даже больше. И ценники на них начинаются от 1 100 000 рублей, в принципе. Но в данном случае, что мы имеем? 12-й год, пробег у автомобиля небольшой, 78 тысяч километров. Кожаный салон, платана, красивые бампера. 12-й год, повторюсь, и вышел бы он в 1 300 000 рублей. Мотор 1.8, хорошая комплектация, кайфовый салон. Друзья, присмотритесь, в целом старт на них не очень большой, а вообще в 1.3 спокойненько можно их брать. Да, это не Honda Freed, не 19-й год, но все же это прикольный автомобиль. И дальше уже переходим от минивэнов к небольшому кроссоверу. Здесь у нас стоит Suzuki Escuda. Хороший, интересный автомобиль. В чем его преимущество? Наверное, в том, что он один из немногих, кто остался, наверное, крепким таким кроссовером, который можно рассматривать беспроблемно. Первое, что хочу по нему сказать. Они, во-первых, не очень дешевые. Если вы рассматриваете 4WD, там, 21 год, то там ценники, вот конкретно по данному варианту, у нас пробег 25 тысяч километров, оценка 3,5 балла. По замечаниям, ничего критичного. Тут какие-то вмятины на капоте, на крыше, но вот чисто визуально я их не вижу. То есть это, ну, ничего критичного по факту по машине нет. И цена 2 050 000 рублей. У нас этот автомобиль привозил менеджер Евгений. И при этом могу сказать, что в данном случае, ну, хороший в целом автомобиль. Моторчик 1.4, вы знаете, он хорошо, в принципе, едет, неплохо чипуется. Плюс коробка автомат, друзья, присмотритесь. Недешево за 21 год, но можно найти и постарше, в принципе, варианты с мотором 1.4 и с пробегом чуть побольше. За моей спиной стоит еще не менее интересный автомобиль. Это NV200. У нас очень часто, друзья, спрашивают, как взять себе NV200. Вот мне нужен грузовичок, да, для работы. Вообще, на самом деле, данные автомобили под санкциями в Японии. То есть их, как грузовик, именно грузопассажирские версии, привезти нельзя. Потому что, ну, Япония их просто не выпустит. Но мало кто знает, что в Японии есть пассажирские и гражданские версии, которые беспроблемно выходят наряду со степ-вагонами, с фридами и прочими автомобилями. Он немножечко больше обшит пластиком. Моторчик такой же, техничка такая же, также коробка-автомат. Но в данном случае у нас 20-й год, пробег тоже небольшой, 25 тысяч километров, оценка 4 балла. Заменена только крышка багажника и цена. 1 800 000 рублей за 2020 год. Это недешево. Но если вам нужен такой автомобиль, да, вот, так скажем, унитарный, да, для каких-то грузоперевозок, то почему бы и нет? Потому что санкционку вести как грузопассажир там может дико нецелесообразно ввиду новых правил и из Японии по расходам на санкционку, и в России из-за новых правил по растаможке грузопассажиров.
Ну а в целом, наверное, еще добавлю, что ценники на них начинаются где-то от 1 000 000 рублей, если брать 2009 год. Они есть в 2009 году, их можно найти, поискать. Просто если хочется посвежее, 1,8. От 1 000 000 в 2009 год. Выбор всегда за вами. И еще один автомобиль за моей спиной – это Toyota Wish. По факту техничка точно такая же, как у Toyota Isis. В данном случае у нас здесь комплектация X, есть они в комплектациях S, но в данном случае клиент хотел, я так понимаю, пробег небольшой, хорошее состояние, и он его, в принципе, и приобрел. У нас здесь, я вам всем здесь сейчас прям наврал, потому что это комплектация S, а не X, и пробегу 54 тысячи километров. Тоже 2012 год, как Toyota Isis, и цена, самое главное, 1 220 000 рублей под ключ до Владивостока. Уже, к сожалению, виши там по 1 000 000 рублей, они просто физически закончились, их невозможно, в принципе, найти в Японии по небольшому ценнику, но если хорошо поискать, 1 212 000 год вполне себе неплохо. Плюс у него очень хороший будет по состоянию салончик, в целом приятный, опрятный внешний вид. Да, у нас машинки сейчас стоят грязные, но мы их в любом случае помоем, там ничего критичного по машине нет. И здесь же у нас стоит еще Toyota, Toyota Corolla Fielder. Вообще, филдеры, они тоже очень сильно подорожали. В данном случае у нас 2018 год, это машина моего клиента, 2018 год, пробег 90, комплектация базовая X на переднем приводе, самая главная цена. Данные филдеры можно брать от 1 150 000 рублей. Меньше вообще, в принципе, нереально. Даже больше скажу, 1 150 000 зашел данный вариант, а сегодня уже ближе к 1 200 000 за именно рестайлинг второй, за такой пробег. В целом старт, там, если мы берем с вами 2015 год, первый рестайлинг, там можно уложиться в 1 100 000, но там будет машина в таком состоянии, что я бы лично своим клиентам такие машины не рекомендовал. И также стоит его, грубо говоря, собрат и брат-близнец, но только уже седан. Это Toyota Corolla Axio. Здесь точно такая же история, точно такая же техничка, точно такие же комплектации, но просто это седаны, и, как правило, они стоят в Японии чуть подешевле. В данном случае у нас вариант 2020 года, комплектация EX. От X не сильно отличается по факту. Так как это у нас 20-й год, цена 1 300 000 рублей под ключ со всеми расходами. Потому что что? Пробег меньше, состояние чуть-чуть получше. В данном случае у нас оценка вообще 4,5 балла. И поэтому такая цена из-за пробега, года и состояния. В целом, Axio точно так же можно брать за 1 100 000, как и Toyota Corolla Fielder. Вопрос просто в вашем бюджете и в том, что вы хотите взять. И сейчас мы вот отсюда переносимся, потому что Jade снимали, Воксик, понятно, Esquire и так далее. Идем сюда. Здесь два интересных автомобиля. Вот они прямо передо мной здесь стоят. Это Honda Freed и Toyota Sienta. Начнем с Honda Freed. В данном случае у нас Honda Freed в красивом обвесе Modulo. И это у нас именно на темном салоне. Да, это G-Honda Sensing, но вы как понимаете, есть G-Honda Sensing на коричневом салоне, а есть на черном. Это не кожаный салон, а обычная тряпка, но темненький, на мой взгляд, смотрится поинтереснее. В данном случае это даже Honda Freed Plus привозил данный автомобиль у нас менеджер Андрей. Пробегу 26, 19 год до рестайлинг. И что самое главное, цена 1 580 000 рублей под ключ со всеми расходами. За вот такой вариант на дисках, две электродвери, полный мультируль, климат-контроль. В целом хорошо, и оценка 4,5 балла. Кстати, у нас мини на крышка багажника, друзья, я так скажу, сразу небольшую вводную. Если у автомобиля стоит иксы на крышке багажника, не всегда это именно замена, иногда это просто следы съема. То есть без ДТП, без ничего, просто японец там снял, либо у дилеров посмотрели, там поменяли, либо просто немножечко пододвинули. В общем, не обязательно это именно что-то критичное, битье и так далее, какие-нибудь замены. Идем дальше к Сиенте. Вы хоть раз, друзья, знаете, я хотел бы перед тем, как начать прям ее вам показывать, вы хоть раз видели вот такую прям Сиенту? Прям чисто тюнинг, стенд, все как положено. Единственное, японцы забирают колеса. В данном случае у нас идут обвесы. Кому-то они не нравятся. Многие скажут, что это вообще не для наших дорог. Но если вам хочется, это можно приобрести без проблем в Японии. И самый главный прикол вот этой Сиенты, это ее пробег, он 108 тысяч километров. Второе, это год 16-й. И цена 1 130 000 рублей под ключ до Владивостока. В хорошем состоянии, с хорошей оценкой. Да, у нас климат-контроль, не полный мультируль, но самое прикольное, что он в обвесах и стоит в целом недорого, чуть-чуть больше 1 000 000. Так, идем дальше. У нас вот этот Honda Freed мы вам уже снимали в предыдущем выпуске, о нем говорить особо не будем, потому что вы можете посмотреть в предыдущем ролике. Данный автомобиль стоит вот таким образом, потому что он скоро пойдет на отправку. И здесь у нас в конце стоянки два интересных автомобиля. Это Mazda Accela. Accela. Это Mazda CX-3 в таком красивом сером цвете. И вообще, что хочу сказать вам, наверное, начать именно с Mazda CX-3. Как вы знаете, они есть дизельные и есть бензиновые. Бензиновые пошли там с года 2018, до этого с 2015 выпускались только дизеля. По ценникам на дизели самый старт плюс-минус 1 100 000 до Владивостока,
На бензинке, так как это рестайлинг и свежее поколение, старт чуть выше, там уже где-то 1 400 000, 1 500 000, это прям совсем минимум. В данном случае у нас пробег 24 тысячи километров, комплектация S-Touring, она считается самой базовой, нет проекции, не кожаный салон, но единственное, что в рестайлинге уже идут сонары. Данный автомобиль прихватил наш менеджер Михаил из Москвы, и вышел данный автомобиль в 1 575 000 рублей под ключ со всеми расходами. Также хорошее состояние, оценка 4 балла, красивый серенький цвет. Это именно бензинка, не дизельная. Дизельную можно взять чуть-чуть подешевле. И крайний автомобильчик на нашей стоянке — это Honda Step-Wagon в комплектации Cool Spirit Spada. Наверное, один из самых обожаемых на сегодня автобусов, потому что Япония ввела против нас санкции. В данном случае у нас Spada до рестайлинг в красивом перламутровом хамелеона сине-фиолетовом цвете. И такие цвета на самом деле очень часто встречаются в этих автомобилях. Оценка 3,5 балла. И самое главное — его цена. У нас здесь 15-й год, пробег 64, и вышел бы данный вариант в 1 600 000 рублей. Это у нас на переднем приводе. На полном приводе такой же, с таким же пробегом, будет стоить уже ближе к 1 900 000 рублей. Потому что 4WD хотят все, а Япония столько 4WD не поставляет. В целом старт на спады где-то ориентировочно 1 500 000 рублей, а старт на степ-вагоны в целом где-то 1,3. Под ключ со всеми расходами до Владивостока. И это крайний автомобильчик у нас на стоянке, друзья. Данные автомобили в ближайшем времени будут отправляться к нашим клиентам. Какие-то автомобили будут выдаваться из офиса. И данная стояночка у нас очень скоро обновится. И мы для вас поснимаем еще что-нибудь новенькое. Вот такие сегодня цены. Вот такие стоят у нас сегодня автомобили у нас на стоянке. Сегодня у нас еще февраль. Друзья, если вы это видео смотрите летом, напишите наш... Если вас какой-то из этих автомобилей заинтересовал, и вы смотрите это видео летом, напишите как нашему менеджеру, и он просчитает актуальную цену на данный автомобиль. Ну и на этом, друзья, я буду с вами прощаться. Единственное, я хочу сразу вас попросить, подпишитесь на наш YouTube-канал, поставьте комментарий, поставьте лайк. Также подписывайтесь на наши все соцсети в Телеграме. Смотрите, ребята делают посты, наши менеджеры этим также занимаются. Поэтому большое спасибо вам за просмотр. На связи был Максим, компания Priority Auto. Всем пока! Компания Priority Auto – надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии. Подбор автомобиля, покупка, доставка, растаможивание. Priority Auto – ваш надежный поставщик.